Так, ну что, братцы, всех рад приветствовать. 10 000 моих братьев. Ой, опасно, ой, опасно. Ой, Зербин сейчас может... И 10 000 моих врагов. Лишь ты. Ты позволил мне забыть мою мечту. Я приношу в жертву... себя. Так, ну что, братцы, всех рад приветствовать, вы на канале Кент Метро Рояль, и это новый долгожданный ролик на моем канале. Я извиняюсь, что так долго не было ролика, но были просто свои на это причины. Поэтому, братцы, сегодня для вас приготовил особенный, просто особенно самый крутой ролик будет. Вы поверьте мне, вы такого еще не видели. Все знаете, что у нас вышло обновление в Метро Рояль, в котором добавили нам с вами режим лобби, где вы можете принять участие там в соревнованиях, среди кланов, своих друзей, без разницы кого угодно можете приглашать и просто устроить битву. Сегодня я решил пригласить ютуберов принять участие в моей битве особой. И сегодня я пригласил таких ютуберов, как Душнила, Зербин, Дядя Андрей, Жиза, Едолов, Бойко, Русакула и Папа Главный. И сегодня я для них приготовил следующее задание. Они запускаются на нашу 7-ю карту, конечно же, где есть радиация, воевать против друг друга. Вроде бы как бы захватывающая битва, интересная, но мне кажется, слишком легко. Поэтому делаем для них следующее задание. Они заходят на карту абсолютно голые. Абсолютно. Просто без всего. Шок для них. Они не будут понимать, что происходит. У них будет только в руке пистолет, который изначально дает. Задание самое главное. Первые 5 минут они не имеют права вообще никого трогать. То есть 5 минут они могут бегать рядом с друг другом, открывать вместе ящики, открывать любые кейсы вместе друг друга, воровать, хитрить. Но только как на таймере стукнет ровно 25 минут, пощады не будет. Каждый должен выживать, как он может. Поэтому я им сделал радиацию, увеличил почти в x2, а лут с каждого босса увеличил в x2. Они об этом даже не догадываются. Но самый хитрый в этой битве, конечно же, победит. Сначала мы устроим для них битву, что они будут полностью раздеты. А потом следующую битву мы сделаем для них, чтобы они показали свой скилл, побегали full 6 и уже показал, кто тут батя. Поэтому, братцы, я вам отвечаю. Ролик получился максимально крутой. С каждого лайкос максимальная поддержка от вас. И не забываем, кто хочет, ребята, принять участие в таких турнирах, а мы их проводим уже каждый день почти на моем стриме, залетайте в мой телеграм, ссылочка будет, конечно же, под роликом. Переходите, подписывайтесь для того, чтобы участвовать в данных туриках. Поэтому, братцы, с каждого лайкосик небольшая маленькая реклама перед началом ролика, и поехали. Братцы, хочу вам всем порекомендовать отличнейший сайт KupiCode Gold. Это сервис пополнения счета мобильных игр. На сайте KupiCode Gold самые низкие цены на рынке. KupiCode Gold – это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. KupiCode Gold – это игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Пополнение счета происходит в несколько действий. Выводите свой игровой ID, выбираете себе нужный пакет и, конечно же, вводите промокод KENT, получаете 5% скидочку. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от вашего аккаунта. Авторизоваться можно через ВК или Telegram. Ссылочка в описании. Так, ну что, поехали! Они абсолютно, ребята, голые, абсолютно. У них нету ничего, есть только пистолет. Первые 5 минут они не имеют права никого трогать. Вообще. Их задача вынести как можно больше метровалюты, одеться. Это тоже дает им выкладку. Поэтому это их будет сложная самая задача. Все, помчали, поехали. В принципе, первые 5 минут ребята могут сейчас убивать там босса, лутать ботов,
ящики оружейные, оружейных ящиков я им сделал X2, поэтому их задача как можно быстрее за 5 минут найти себе оружие, там, какую-нибудь броню. Возможно, если кто-то убьет босса, найдет себе 6-й сет, это будет очень хорошо. Магазина пользоваться им запрещено. Так, давайте посмотрим. У нас Бойко. Поехали. Папа Главсте. Наш Глист. Жиза. Жиза уже нашел, кстати, себе Вектор. Томпсон нашел. Нормально. Так, дядя Андрей, поехали. Андрюх уже с Юмбиком. Оружейных нормально я им прибавил. Опа. Флайер нашел. Джишку, кстати, неплохо. Нашел себе целую, но не берет почему-то. Странно. Русакула у нас сразу мчится на радиацию. Нафиг мне все это надо, я сейчас на радиации найду. Так, Едолов решил босса. Нормально, Вектора есть у него. Узик взял себе, хороший, Хани Бадгер. Душнил у нас лутается неплохо. Так, ну у нас Никитос, в принципе, идет на босса. Сейчас посмотрим, кто самый, окажется, хитрый из ютуберов. Кто самый проворливый. Здесь вот сейчас реально хитрость сработает. За каждый килл я им поставил, ребята, за каждый килл 300 тысяч метров валюты. Но первые 5 минут стрелять запрещено. Так, у нас Бойко тоже подъезжает к радиации уже. Акула уже тоже подходит к радиации, неплохо. Но ему нужно аптечки, верно, кстати. Кстати, акулы, кстати, неплохо заходят с радиации, с купола. На куполе, сами знаете, ребят, есть уголок волшебный, в котором не трогает Радка. Так, ну у нас Душнило двигается к Едолу. Кстати, Едолу забрал боты? Босса, точнее. Видимо, не стал рисковать, потому что очень сильно сразу кусают они. Нормально, у ребят еще есть 2 минуты. 2 минуты есть на то, чтобы залутать что-нибудь. И уже можно будет... кого-нибудь где-нибудь подловить, а этого мы ждем очень сильно. Я поставил, что первые 15 минут они даже не смогут выйти с катки. Тут можно поставить запрет. Душнило пришел, кстати, сюда же на боссика. Хочет, наверное, что-нибудь залутать за идолом. А, оружейный ящик он не залутал. Кстати, у нас тут главсты. Метрошки рядом с ним Жиза. Но есть 1.5 минуты. Расходятся вместе. Но это не запрещено, ребят. Еще подошли. Минута 25 у пацанов. Как у нас дела в дяде Андрея? Так, дядя Андрей нас решил походу боссика пойти поубивать. Но в принципе сейчас снаряжение очень сильно будет решать. Что делает у нас Зербин? Золотой! Нормально, Зербин. Нормально, 6-й броник, 6-я каска. ДБС. Там и пулик улучшенный. Сумка 4-я есть. По-моему, пацанам хана. Осталось, ребят, ровно 40 секунд. 40 секунд осталось. 30 секунд. Что ребята будут делать? Едолов здесь на 4-м бронике, 4-м сете, нормально. Слушайте, Зербин самый хитрый оказался. Так, Бойко решил, видимо, отойти. На Радке бегает Джиза. За Рус акула бежит. Но 9 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, акула может Жизу принимать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, проблема. Как будто бы. Жизе надо бы уйти. Ой, Жиза. Это будет рисковать будет. Найс, зона не хавает. Уже хорошо. Но у нас Никитос задушнило идет. Едолов подходит уже к Русакуле. А Зербин заряженный бежит. Ну, Рус, кстати, неплохо. Берил P90, кстати, хорошие пушки. Едолов лутается рядышком, все рядышком. Ой, все рядышком. Зербин сейчас настолько заряжен. Давайте за Зербин посмотрим. На Едоловчика. Смотрите, Едолов сейчас офигеет. Когда Зербин выйдет в полшестом сете. С пуликом. С ДБС-кой. Скажет, где он это взял. Он просто босса убил. Ну тут без шансов, хорош. Хорош, Никитос, хорош. Они потом скажут, что я подставил. По-любому дал ему одежду. Бойко вообще вышел на улицу. Так, а Русакула вышел с другой стороны. Но он не знает, что там. Там просто, там демон. Там демон Зербин сидит. И тут еще и душнило. Слушайте, ну у акулы хорошая пушечка. Ой-ой-ой, минус душнило. Красненький, найс, хорош. Теряем душнилу. 2 человека минус. Нормально. Живем пока, живем. Давайте посмотрим, у кого больше всех пока выкладка. У нас у Главста уже 708 тысяч. Это очень хорошо. На Радке Русакол у нас есть. У него есть 1 000 000. И еще есть 1 килл. 1 килл это 300 тысяч, ребят. Так, у нас тут есть Зербин. Зербин лутается, у него 1 600 000 уже выкладка есть. Потому что он оделся только, блин, фулл 6.
Еще есть один килл. Зербин неплохо идет. У нас тут, короче, в жизни еще есть. Кстати, неплохо. 746 тысяч. Ой, опасно. Ой, опасно. Ой, Зербин сейчас может... А Зербин может сейчас просто этим всем вальс... Как Никитосу повезло, я не знаю. Пацаны в шоке, наверное. Ошалеть. Борьба, чую, будет. Но у нас главсты, в принципе, 930 тысяч. Неплохо. Русакула, 1 200 000. Есть один килл. Но Никитос, блин, таракан усатый. 1 800 000 уже. Андрюха, кстати, лутает босса. Кстати, у Андрюхи... Смотрите, Андрюха не пошел на ратку, у него есть 1 000 000. Он решил другим пойти ходом. Что у нас делает Бойко? Бойко вообще решил просто слинять куда-то, непонятно. Он же должен понимать, что на ратке самый лучший лут. Ну, я думаю, что сейчас определится три просто вот титана, которые на ратке лутаются в наглую. Так, Русик, что тут у нас? ХП проблемы, им нужно захилиться. Русу чуть не везет. Не везет ему. Аптечек нету. Никитос. 2 000 000 залутал уже. Вот аптека, кстати. Кстати, здесь есть аптечка. Но главный под шумочек аккуратненько хилится, уходит наверх, лутается и обратно. Ой, Рус, брат, там еще и главсты. Русик, давай, бри его, бри, бри! Найс! Только тебя сейчас босс сожрет, нет! Ну нет, бот не схавает, не схавает. Минус главсты. Ой-ой-ой, 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 брат, ой-ой-ой, брат. Да нет! Никитос вообще в наглую, и письмо нашел. Бедный Рус, а. Смотрите, осталось 3 бойца. Просто 3 бойца осталось, которых вот сейчас определят между собой, кто из них вот самый мощный, самый проворливый в метро. Но тут, мне кажется, уже все, бесспорно. Знаете, что может их порешить? Если Никитоса, кто-нибудь закрысит. Это будет хорошо. Сейчас какой-нибудь дядя Андрей, который идет на ратку, придет, захавает его. Я не понимаю логику Бойко. Вообще не понимаю его логику. Нет, Андрюха не пошел в метро. Андрюха реально решил полутать карту. Не, ну Никитос, конечно, жирно босса залутал. Я просто вижу, знаете, ребят, я вижу ТГ, а ребята в шоке от того, что они пишут. Я не понял, откуда полшеть уже на карте? Думают, что это подстава. Ну давай, Никитос. Брат, я в тебя верю. Вот просто, вот представляете, сейчас самый лучший расклад реально будет, если кто-то его поймает. Вот это будет самый лучший расклад. Выйти можно с катки только на 15-й минуте. Я не понимаю, почему Андрюха не пошел туда. В чем логика? Зачем? Бойко вообще непонятно, что делает. У него 700 тысяч. Самый хитрый Никитос, смотрим за Никитосом. Главный приз 5000 UC среди ютуберов, как бы. Тут очевидно победитель. Просто Никитос не знает реально, сколько народу осталось. Вот если бы он знал бы, сколько народу осталось, мне кажется, он просто взял бы ливну бы. Но когда ты бегаешь по карте и ты не знаешь, сколько соперников осталось, можно задуматься. Думаешь, блин, сейчас кто-нибудь закрысит тебя и будет тебе ГГ. Ты тут стараешься, лутаешься. Андрюха, брат, ну ты... А, фул 4 уже оделся, а? Ну, 1 300 000. Ну, это вообще, это... Ну, это не сравнится никак с Никитосом. Никитос все-таки решил дальше лутаться. Или и он войдет на выход. Ну, в принципе, по идее, можно было бы и на выход свалить. 4 600 000? Это огромная сумма. И при этом у него, ребят, 4-я сумка. У него больше не влезает. Так, интересно. Никитос пошел... А другую сторону рабки залутать или все-таки на выход будет линять? Да, реально пошел на выход. Где у тебя выход? Ой, давай, прям к Андрюхе. Давай, прям к Андрюхе. Если сейчас дядя Андрей его встретит, это будет лучший исход. Они около барак. Оба! А Никитос заходит вовнутрь, а дядя Андрей с другой стороны. Если сейчас Андрюха его закроет, это такой куш он сорвет. Представляете, Никитос там потел, убивал, собирал всю ратку. Андрюха крадется. Если сейчас еще для всех... А, Бойко вообще пошел на ратку. Ну, Никитос, ты убежать хочешь, что ли? Ай-яй-яй, брат, ай-яй-яй. Такую встречу мы профукали. Давай, Никитос, давай, заверни налево. Ой-ой-ой, спалился. Случайно. Этот все ящики лутает. Андрюха, тормози, брат. У тебя миллионы уходят, брат, из глаз. Просто от тебя просто утекают миллионы. Кстати, давайте посмотрим, может быть, Бойко там что-то находит на ратке. У него 1 100 000. Дверь Никита... О, кстати, не лутно. Слева ящик, по-моему, не открытый. Лутай, Бойко, лутай! Ой-ой-ой, хп-то, брат. Жадность фрая разгубила. Главное, чтобы Бойко только не откис. Что?
Что? Мы это пропустили! Его собака съела Андрюху! Я, конечно, все предполагал, но не собака. Бойко, брат, вся надежда только на тебя. Ракеты не лутаны вообще, ребят. Поэтому сейчас вот от Бойки будет зависеть все. Ну как я это пропустил? Только сказал и пропустил, а. Ну, Никитос, блин, просто повезло. 5 миллионов выкладка, а. Никитос, Никитос вообще зачем-то, блин, я не знаю, лутается здесь, блин, пытается босса убить. Он хочет, походу, себе сумку, что ли, найти лучше? А, у него патронов ноль. Бойко, давай, брат, удивляй, просто удивляй. 1 700 000. Нет, у него нет аптечек. Ну все, в принципе, тут Никитоса нечего, уже ловить 100%, но у него ноль патронов. Ну что ты, Никитос, делаешь? Куда ты бежишь, Никита? На выход, брат! Ну неужто он что-то хочет сделать? А, он хочет, видимо, посмотреть, у Андрюхи, может быть, патроны есть. Бойко лутается. 1 800 000 у него. Но он здесь же, в этом же уголке. На ту сторону надо пойти. Никитос все-таки решил от жадности. Жадность, брат, тебя погубит. О, планшет, кстати, неплохо. 5 989 000. Все-таки он решил сюда талого залутать. Но у него нет патронов. Если сейчас каким-то чудесным образом сюда придет Бойко, я честно офигею от такого. А Бойко у нас все-таки старается залутать ратку. А у него еще здесь есть два кейса. Он их пытается забрать. Но у него нету ни аптечек, ни энергетиков, ничего нету. У него еще и сумка вторая. Никитос реально всех обхитрил. Убив босса, слиток есть, нормально. 2 300, кстати, неплохо. Но 0 киллов, к сожалению. Были бы киллы, может быть, что-нибудь хотя бы что-нибудь дотянуть. Но нет. Ну что у нас там Никитос решил? Никита, ты вообще шальной? Хоть бы Бойко сейчас повышил бы, честно. Прям вот представляете, сейчас Бойко выйдет. Это будет лучшее завершение. Что интересно будет делать Бойко? Бойко решил залутать низ, так как на ратке уже невозможно. Никитос хитрый жут. Идет ва-банк. Нухнул. Красный! И что там? Сайга вышка. А ниже что было красное, это не пойму. Оружие это розовое. Нам объясните, пожалуйста. Вот нам не видно, жалко, что вот... А, мы можем. Две сайги вышки. Ну, 5 500. 5 500, шикарно. А, Бойко в другую сторону, к сожалению. Бойко в другую сторону решил уехать. А как хотелось бы, чтобы они встретились, а? 170 секунд осталось. Но Никитоса выход, в принципе, рядом. Если бы сейчас еще Никитос не заметил бы, что уже на выход пора, это был бы экшен. Так, Бойко решил флайер. Так, а Никитос что? Может быть, Никитос побежит на флайер случайным образом, нет? Все, Бойко пошел на выход. Эх, жаль. Просто жаль. Кто-то умер от собак, кого-то съела ратка. Просто некоторым пацанам вообще не повезло. Ладно, Никитос нас ждет на выход. Бойко решил лутать дальше ящики, но осталось 90 секунд. Но он не теряет надежды все-таки, молодец, в этом плане. Он же, понимаете, он же не знает, то еще кто-то жив на карте. А представляете, если бы еще одного чувака, если, допустим, Никитоса, убила бы собака, если у нее бы 6-й броник. Просто собака его бы там загрызла бы, или бот убил бы, и Бойко бы остался один. По факту он делает правильно. Все, Никитос у нас уходит в круг. Нет, Никитос все-таки... Ля ты жадный, Никита, все-таки надо залутать. Флайер есть. А вызови тоже ему флайер. Пусть он думает, что он не один на карте. Нет, не вызывает. Никитос не хочет палиться. Ну, 45 секунд. Последние ящики лутают. Бойко тоже на выход уже пора. А где у Бойко выход? А, Бойко флайерку вызвал. Все окей. Никитос, жадность фраера сгубила. Бойко у нас улетает. Никитос у нас выходит. Ну и Никита, конечно же, поздравляем с победой. 5 миллионов, просто 691 000. 2 кило. И в общем прибыль 6 291 000. Я считаю, что это достойно. Так, ну что, братцы, продолжаем. Я думаю, смотрите. Ну, показали себя ребята с голым нулем на фулл 6, по сути, да? Никита нам показал, как это все было. А теперь давайте посмотрим в полном обмундировании. Каждый сам за себя. Кто же, наконец-таки, вынесет больше радиации. Поехали. Раунд 2. Давайте посмотрим, кто занял позиции. Зербин, в принципе, в левом нижнем углу. Вообще один. Никого рядом. Опять ему везет. Ну как так, скажите? Ну это везение. У нас Бойко. В принципе, Бойко прям резко все вниз побежит. Ни с кем не столкнется. Самое рисковое — это дядя Андрей и Жиза. Ну хотя, нет, хотя Душнило...
С Главста они, наверное, не будут стыковываться, потому что Душнили нужно вверх подниматься. Главста, я думаю, все тоже не пойдет. Ну, Идолов, в принципе, спокойно зайдет на Радку. Самое опасное — это Жиза и дядя Андрей в данной ситуации. Посмотрим, что это выйдет сейчас. Поехали, помчали. Как видите, ребят, у всех одинаково. Все одинаково. На любого нажимаем. У всех все одинаково. У всех одинаковое оружие. Гранника нету. Просто М-ка у них, там на него вешается только прицел. И все. Без гранника. Так, ну смотрим, давайте посмотрим, кто куда. Смотрите, Жиза сразу в метрошечку бежит. Бойко сразу в метро. Андрюха сразу у нас в метро. Едолов в метро. В принципе, все решили сразу пойти по метро. Нет, у нас Душнил решил по-другому пойти. Ладно, посмотрим этот ход. Сейчас, кстати, Бойко может встретить Жизу. Это будет очень опасненько для него. Ох, и потом папа Главста. А, нет, смотрите, у нас Жиза побежал пешочком. Да, Жиза пошел пешком, а Бойко у нас уезжает. Они не встретятся. У нас сейчас могут встретиться только Едолов и Главсты. И дядя Андрей туда же подъезжать сейчас будет. Вот это будет заруба. Вот это будет сейчас просто заруба. Зербин спокойненько бежит, но в его направлении Жиза, походу, будет. Но Жиза у нас уходит в метро. А там вагонетку уже украл у нас Бойко. Неплохо. Ладно, смотрим за папой Главсты. Так, Главсты быстро забегает. Окей, найс. У нас сейчас Едолов с дядей Андреем прям пересекутся. Да, есть. Он его услышал. Ну давайте. Дядя Андрей и Едолов. Вот эта встреча. Главсты спокойненько прошел на Радочку. Сейчас кто кого выжит. Ну здесь реально, ну, рисковать. Ни хаешек, ни гранников, ничего нету. Чисто на мужика, наверное. Хотя нет. Молик и хаешка есть. Едолов уже хаешечку загрел. Так, Едолов пробежал. Найс. Хорош, Андрюх, хорош. Едолов просто решил уйти на Радочку, походу, да? Ну, в принципе, заприемить в коридоре будет проще. Пока все живы, никто ни с кем не встречается. Нормально все. Зербин уже на Радочке. Бойко тоже на Радке. И рядом есть Никитос. Ой-о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 й
выбирает Бойко. Но у Никитоса рядом Жиза. Сейчас будет встреча. Встреча будет хорошая. У нас уже Едолов на радочку зашел. Главсты на радке. Причем они все сбегаются. Едолов с Жизой сейчас встретятся, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Как Жиза? Как Жиза не забрал его? Fight! Жиза против Едолова. Ты же заделаешь? Что это было? Жиза как будто бы вышел случайно. Случайно пушку. Он как будто оружие случайно убрал. Минус Жиза. Минус Бойко. У нас душнило на радке лутается спокойно. Спокойно душнил, лутает в факторе один вообще. Андрюха заходит с его стороны. И тройка с факторе. Главстер решил, походу, оттянуться, не стал рисковать. Только у Никитоса. Никитоса 500 000. Один кил есть. Но есть хитрый душнило. Кстати, мало у него, 271 тысяча всего лишь. Маловато. Сколько у нас главстер? Главстер залутал уже 1 000 000 килов. Вот это уже неплохо. Едолов все-таки сейчас с Зербином, походу, встретится. Будет... Ой, ух ты! На одно. Это на одно называется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зербин забрал Едолова! Хорош, Никитос, хорош! Хорош, неплохо. Слушайте, а Никитос опять решил забрать эту каточку. Неплохо. Осталось у нас 4 бойца, и причем по 4 углам. Никитос, Папа Главсты, Душнилы и Андрюха. Андрюхе уже 546 тысяч есть. Душнила 1 100 000, неплохо. Папа Главсты 1 200 000. А Никитос просто бегает, как будто охотится на всех. 2 кило есть, и по факту у него 1 200 000. А это немало.
Главное, у нас угловой ящик лутает, а Андрюха все-таки здесь прям все так плотненько. Настолько все рядом. Душнило лутает уже двушки. Залутал в факторе полностью. Андрей сейчас может с Главста встретиться. Папа Главста лутает нас. А, он вылез, уже вылез, вылез. Он знает про Андрюху, да? Нет, не знает. Не знает он про него. Но, возможно, сейчас он его услышит, когда он пойдет на соседний ящик. Все, увидел, увидел, засек. Ой, Андрюха, сейчас отлатишься. Ой, Андрюха. Нет, Андрюха знает. Знает, знает. Ой, горит! Но это должно быть Андрей. Это должно быть Андреина. Но здесь Андрюха должен забирать. Ой, дает отхилиться. Зря Андрей дает отхилиться. Ой, хорошо. Прям на мой там. Хорошо. ХП одинаково. Что Зербин творит? Что этот Зербин творит? Дядя Андрей перестреливает Главсты, и Зербин просто подсасывается и подходит на кислых щах, забирает Андрюху. Можно было просто дунуть. Никита, что такое? Это что сейчас было? Сейчас Душнило может забрать. Ой, сейчас Душнило может забрать Никитоса. Вот это встреча. Представляете? Душнило выиграл всех. Просто выиграл всех. На карте никого. Ни единой души. И он об этом не знает. А еще 21 минуту играть. Он видит, что папа Главста лежит, он видит, что дядя Андрей лежит, он видит, что Зербин лежит. Хотя это один килл получается, нет, он не знает. Он знает, что уже минус 3 минимум. Что интересно будет делать? Лутаться или на выход пойдет? Вот в этом вопрос. Но он, наверное, понимает, что логично уходить, потому что, как бы, на рабке, ну, больше не залутаешь. Не, ну, можно больше. Я имею в виду, если еще столько же один человек залутает. Просто, представляете, он спокойно лутался. Зербин там разложил просто всех, по факту, с той стороны забрал. А Душнило просто пришел один, сделал килл и все забрал. И забыл, кстати, ребят, подметить, что в этой битве с нами не было Русакулы. По неким причинам просто ему нужно было срочно отойти и продолжили ребята без него. Я уверен, что если бы Русакула был бы, он показал бы, кто тут батя на радке. Но сейчас, на данный момент, у нас батя оказался Душнило. Слушайте, ну неплохо, Душнило идет на выход, в принципе, но... 5 255 000, 1 плюс килл, 300 тысяч это за каждый килл. Поэтому, ну, достойно, 5,5 миллионов. Жалко, что с нами, конечно, Русакула не продолжил, не по техническим проблемам, как бы, но уважительно. Давайте смотрим турнирную таблицу. Ну, как бы тут очевидно, вынос 5,5 миллионов. Один килл сделал, но Зербин, Никита сделал 3 килла, как бы, ну, не повезло. Но Никитос, брат, ну не повезло тебе. Не повезло тебе, брат, просто не повезло. Так, ну что, братва, получился вот такой интересный ролик. Предлагайте свои варианты, ребят, под роликом. Какой нам ролик записать также в лобби с ютуберами? Предлагайте свои интересные идеи, что нам сделать, что вам хотелось видеть. А если вы хотите, ребят, также принять участие в таких лобби-турнирах, на стримах каждый день такие лобби проходят. Под стримом есть ссылочка на мой ТГ, залетайте. Вся информация будет там, и для того, чтобы участвовать в таких турнирных лобби, вам нужно обязательно быть подписан на мой Телеграм, потому что только там можно найти номер лобби. Все, ребят, всем огромнейшее большое спасибо за просмотр. Всех обнял. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.